Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 сентября. Дегустирую урожай, который сняла вчера. Я уже рассказала о томате «Огромная слива», о томате «Тлакалула», о томате «Паскаль из Пикардии», о томате «Реликвия от монахов». Дошли мы до Ниагары. Ниагара не такой уж редкий томат, его выращивают уже многие, но так случилось, что он у меня впервые. Вот он у меня под номером 398, и кто знает, что после 300 номера это все новинки этого года. У меня было всего лишь 300 сортов в том году, в этом году много прибавилось, и среди них Ниагара. Ниагару показывала много раз. Она у меня росла в уральской теплице. И так как я туда попозже чуть все высадила, вот видите, до сих пор она дает прекрасные, великолепные плоды, несмотря на то, что уже поздно. Причем я, смотрите, хочу вам сказать, при неполном вызревании у нее вот здесь может быть светлое пятнышко. Сейчас покажу еще где-то. А, вот она, да. Вот такое светлое пятнышко есть, но когда томат вызревает полностью, это пятнышко исчезает, и ничего там не остается. Конечно, это красота. Во-первых, красота индивидуальная, вот одного плода, и еще красота коллективная ихняя, когда они вот этими кистями, обзоры уральской теплицы, кто смотрел, они видели, что вот эти овальные, удлиненные вот эти пальчики с носиками, как их назвать, они кистями висят по несколько штук. И еще я оставляла в каждом кусте 2-3 ствола, потому что они не крупноплодные, их можно формировать в несколько стволов. И вот это обилие, вот это вот прям... Ну, действительно, Ниагара – это водопад вот этих томатов, очень урожайный. Вот это один из тех сортов, который поражает, убивает своей урожайности. Вот у меня нынче сибирский гроздевой такими же гроздями, кистями висел, и Ниагара. Ну, урожайных много, я сейчас перечислять не буду, отвлекаться не будем. Мы сейчас будем дегустировать Ниагару. Что про нее сказать, кроме того, что он очень урожайный? Плоды красного цвета, вот такие, как... Их по-разному называют. Кто называет перцевидный, кто называет овально удлиненные, кто называет цилиндрические. Ну, как бы ни назвал, хоть это цилиндр, хоть это овально удлиненная вот такая фигура. Все они с носиком. Носик вот такой очаровательный, великолепный носик. И потом... Ой, сейчас камера. Сейчас аккумулятор у нас умрет. Да снимать не да. И потом с носиком, но вес небольшой. 80, 100, 120 грамм, не больше. Сейчас я разрежу. И для чего используется? Ну, конечно, такие плоды используются больше всего для цельноплодного консервирования. Для консервирования, для хранения. И поэтому, вот когда поздно мы высаживаем такие томаты, это очень хорошо. Их можно положить, похоронить. Так как он у меня впервые, ни разу я его не хранила, ни разу я его ничего... Не могу сказать про лёжкость. Вкус приятный, но кушать бы я его не стала. Если есть другие салатные сорта, знаете почему? Смотрите, какая плотная пленка. Шкурка, она даже не проживалась у меня. Как это? Ну вот, кстати, сибирский гроздевой, ему друг, наверное. Видите, пленки остаются целые, они даже не прокусываются. Это значит, что он очень хорошо будет держать форму в консервировании, и это значит, что он будет очень долго храниться. Я вот про сибирский гроздевой говорила и хотела как раз в конце вот этих всех видео сравнить их с сызранскую пипочку, Ниагару и сибирский гроздевой. Вот они по форме почти одинаковые, по вкусовым качествам почти одинаковые. Единственное, что тот низкорослый, детерминантный, а этот высокорослый, индетерминантный. Кому нужно высокий, выберут этот. Кому нужно такой коротенький, выберут тот. Сибирский гроздевой с теми же качествами, но прекрасно растет на улице. Этот я сняла вчера с теплицы, тот сняла с улицы. Все, камера разряжается. Сейчас заряжу камеру и пойдем дальше. Дальше у нас сызранская пипочка. Все, вот это индетерминантный, среднеранний, для теплицы открытого грунта, Ниагара.
номер 398. Очень урожайный. Удивит вас обилием вот этих кистей, вот этих плодов. Сверху донизу будет все в плодах. До свидания.